Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой, это новый проект, называется 50 монет. Проект существует один день и уже заработано 1600 рублей. Вход доступный всего лишь, друзья, 50 рублей. А ежемесячно можно заработать до 100 тысяч рублей. Но здесь есть условия. Квалификация один человек, где можно прочитать вот уникальный маркетинг, удобные переводы. Здесь переводы только между участниками. Постоянный рост дохода. Был когда-то такой проект, друзья. Я в нем участвовала и я очень хорошо в нем заработала. И что представляет из себя проект? Мы касса взаимопомощи, участники обмениваются между собой денежными подарками. Это не финансовая пирамида или вклады под процент. Проект не может лопнуть, он лишь перенаправляет поток денежных подарков между участниками. Платежи осуществляются на личные кошельки наших участников, поэтому риски обмана со стороны администратора исключаются. И, как я сказала, здесь обязательно квалификация. С каждого партнера плюс 40 рублей. И через 5-10 дней 5000. Через 20-30 дней 80 тысяч. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Значит, вводите почтовый адрес и прописываете свое имя, вставляете код с картинки, кликаете «Регистрация», и у вас откроется окошко с паролем. Вход. Сейчас я вам покажу вход. Вот. По почте и паролю. Здесь, если кликаете, откроется ваш пароль. Вводим код с картинки. Далее войти. Вход выполнен. Ждем. Значит, вот мой привет Елена. Я прописала Елена. И здесь стоит мой адрес электронной почты. Здесь кликайте. Можно перейти в профиль. Или же настройки я показывать не буду, так как там высвечивается, друзья, пароль. И здесь мне нужно, дают 2 дня для пополнение, иначе через 2 дня тогда аккаунт удалят. Значит, тариф 50 рублей. Статус не оплачен, ничего у меня здесь не сделан. Я только что зарегистрировалась. И здесь вот сразу находится на домашней страничке наша реферальная ссылочка. И в настройках обязательно прописать Pair кошелек. Друзья, настройках, так как денежка будет поступать сразу на кошелек Pair. Значит, далее идет у нас, ну вот здесь все прочтете. Если мы, друзья, опустимся ниже, вот здесь скопируете, есть группа ВК, можно и служба поддержки. Также это все. Давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, команда, у меня нет никого, рефералов 0. Здесь настройки, я вам сказала, здесь вот служба поддержки, если нужно. Выберите тему заголовок, как бы, и есть вопросы, пожалуйста, пишем. Финансы. Оплата тарифа. Тариф не оплачен. Значит, оплачивая тариф в размере 50 рублей, вы приобретаете место в проекте сроком на 2 месяца. Платеж делится на 2 части. 10 рублей идет на счет системы на рекламу проекта. И 40 рублей получает ваш куратор, участник, расположенный в структуре выше вас. Это все также можно прочесть. Давайте перейти к оплате. Так. И здесь что? Кликаем продолжить. Так, перейти. Значит, Юмани, Яндекс и Виза, это все в разработке. Но я вам сказала, работать только с Pair'ом. Перейти к оплате. Перебрасывает на платежку. Кликаю рубли. Подтвердить.
Далее идем на почту. Поставлю на почту, ой, на паузу и после продолжу. Далее вот подтверждаю. Окей. Оплата произведена вот через несколько секунд. Меня как бы вернут. Все. Значит, расход 50 рублей. И как бы я на текущий статус успешная оплата тарифа. Тариф оплачен до 04.01.2022 года. Как бы, да? Ваш пригласитель, ваш куратор. Здесь будет я. И моя почта. Можете связаться. Мгновенные выплаты через Payeer. Все цены на проекте указаны в российских рублях. Вот такой вот проект. Проект неплохой. Как я уже говорила, я участвовала в подобном проекте. И очень неплохо заработала. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Кому интересно, присоединяемся. Ну, не интересно, друзья, проходим мимо. Также здесь есть правила, вопросы, отзывы. Как бы это все можно прочесть. Ну и все. Как-то так. Ну и будет, что как бы поступят выплаты. Естественно, я запишу видео и покажу свои результаты по проекту. До новых встреч!